Ребята, всем большие привет! Открываем сегодня новую посылочку из магазина GearBest. Она недорогая, но весьма интересная. А в конце видео у нас будет конкурс с простыми условиями. С вами Игорь, вы со мной, погнали! И еще раз хочется отметить мне, что посылки сейчас из магазина GearBest доходят достаточно быстро, так как они начали сотрудничать с новой почтой в Украине. Все посылки приходят по декларации. И вот за 10 дней я получил эту посылку. Очень крутой результат. Давайте вскрывать. Все, в пакете больше ничего нет. Кто-то говорил, чтобы я пропускал распаковку именно с пакетов. Но смотрите, здесь внутри пупырка и все. И как бы, ну, я считаю, что вы должны видеть, в каком виде приходит товар, так как, возможно, вы приобретаете его для подарка или для перепродажи. Здесь у нас находится вот такой вот гравер. С помощью этого устройства можно делать интересные вещи, именные ваши вот фоторамки, картинки и подписывать свои устройства. Ну, мы сейчас с вами его, конечно же, протестируем, посмотрим. По упаковке все классно, все отлично, пришло все целое. Главное, чтобы и наш гравер работал. Блистерная упаковка абсолютно все защитила, все круто. И вот сам гравер выглядит вот таким вот образом. По размерам, смотрите, даже не буду вам прикладывать сантиметр. Вот здесь у нас есть кнопочка включения, есть жало и есть еще одно дополнительное жало. Вот так вот блестит и переливается, более тонкая. Здесь насадочка такая скругленная. То есть можно, наверное, в дереве, это больше для стекла или для каких-то таких вот жестких материалов. В общем, работает это все от двух батареечек пальчиковых. Сейчас попробуем, куда они здесь вставляются, разобраться. Ага, вот так. Две пальчиковые батарейки я сейчас возьму. Оп. Ну и все. И можно сверлить зубки кому-то. Довольно-таки мощная штука. Давайте попробуем что-нибудь порисовать. Если у вас кто-то постоянно ворует линейку в школе или что-то еще другое, то вот берем эту штучку и вот давайте я вам покажу. Запускается очень просто, держать в руке удобно. И вот такой вот таким вот толстеньким жалом сейчас вот фокус, смотрите, будем что-нибудь, ну пусть мое напишем, давайте напишем вот так вот. Ну вот так вот все круто выглядит, работает действительно быстро, классно. Я, конечно, не мастер рисования, но тем не менее хочу сказать, что все достаточно быстро. На дереве, конечно, понятно, это все делается легко и просто. Ну и давайте попробуем, как меняются наши жало. Просто вытаскивается и вставляется, все очень просто. Берем другое и вот так его также вставляем. Все очень просто, комфортно и классно. Давайте еще попробуем написать тонким жалом. Вот так вот. Ну, также все отлично, смотрите. Я криворукий немножко, но тем не менее все четко. Если вы прорисуете карандашиком то, что хотите нарисовать, а потом будете этим гравером выгравировывать, так сказать, то у вас должно получиться все классно. Можно подписывать любые такие вот вещи. Давайте попробуем что-нибудь пожестче. Давайте попробуем пластик. Вот такого человечка я нарисовал. С пластиком отлично справляется эта штука. Ну и для полноты эксперимента давайте еще вот на вот такой вот металлической поверхности попробуем что-нибудь написать. Ну вот таким вот образом получается. Написал я ППК, просто посылка из Китая, и вы об этом знаете. Ну что ж, друзья, вещь весьма неплохая. Пользоваться и использовать ее можно. Работает от двух пальчиковых батареек, и вы с таким образом сможете подписать ваш любой аксессуар, который вы хотите, чтобы остался лично вашим, либо экспериментировать еще с какими-то другими вещами. Можно будет сделать даже красивый креативный подарок, купить мыло и на мыле выгравировать там «моя любимая, это тебе» или еще какие-то другие ваши фантазии можно реализовать с помощью вот этого вот небольшого такого устройства, которое не так дорого стоит.
И он портативный, в принципе, удобный. Единственное, конечно, хотелось, может быть, чтобы поменьше биения и жала было. А так, у меня для более серьезных работ есть посерьезнее гравер, распаковка и обзор был на моем канале. Ну а по поводу конкурса, все очень просто. Нужно поставить лайк под этим видео и оставить комментарий какой-нибудь положительный, либо вообще любого характера. И мы определим с вами победителя. Призом будет, пусть на этот раз, 100 рублей на счет мобильного телефона. Будет быстро, все понятно и прозрачно. С вами был Игорь, вы были со мной. Прощаемся до новых видео. Смотрите мои старые видео, там много всего интересного. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем большой удачи. Пока.